страницей творчества поэтессы Агнии Барто познакомили воспитанников начальных классов Видновской школы номер 7. Мероприятие провела методист историко-культурного центра Наталья Замарина. Ребята узнали стихи из книги под названием «Переводы с детского». Это сборник стихов, которые были написаны детьми из разных стран мира. Агния Барто их лично собирала и переводила на русский язык. Мы сначала вспомним классику, то есть Мишку, Зайку. Дети помнят их и наизусть читают. Вот. А потом мы будем страницу за страницей перелистывать вот этот сборник перевода с детского, и ребята могут прямо с экрана самостоятельно читать стихи. Ученики из 7-й школы уже 5-й раз приходят для того, чтобы узнать много нового интересного для себя. Такие внеклассные уроки помогают им творчески развиваться. Они учатся читать, они учатся говорить развернуто. Они учатся познавать русский язык, сказки русские народные. Ребята с интересом читали стихи не только с экрана, но и наизусть, а также с удовольствием обсуждали прочитанное. В присутствии любимой учительницы изучать литературу просто и легко. Мне все нравится, если Оксана Викторовна рядом. Она всегда помогает, двойки не ставит. Сотрудники историко-культурного центра будут и дальше проводить познавательные занятия для воспитанников общеобразовательных учреждений муниципалитета. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.